Всем привет! Сегодня мы в Италии, приехали в город Бибионе посмотреть на пляжи, на море. Вот такую парковку нашли. Так мы встали, переночевали. Там он еще стоит, один автодом. Также Volvo тоже стояла, ночевала. Пойдем сходим, посмотрим на море. Ты подошел к пляжу. Он такой широкий. Это пляж от какого-то отеля. Отель Лили принадлежит. Вот итальянцы вот на таких маленьких моторашках привозят лежаки и зонтики. Ночью был сильный дождь. Может быть, они это все увозили. Здесь никакой вывески нету. Может быть, это свободная зона. Но вот где белые столбики. Вот на такой дистанции нужно ложиться друг от друга, чтобы соблюдать дистанцию на пляже. Смотрим, какие тут цены в ресторанах возле пляжа. Я бы сказала, что нормальные цены здесь. Дорогие, приблизительно как у нас. Здесь ходим, вон там вон море с той стороны, а мы здесь ходим на этой первой линии, хотим посмотреть, что здесь да как. Народу я бы сказала, что здесь очень мало для сезона. Ой, тут мороженое, посмотреть, хоть что здесь мороженое стоит. На чем и какое. Всякое разное, что стоит, даже не знаю. Вот мы купили мороженое себе. Мороженое здесь по евро. Одна. О, какое вкусное. Два раза дешевле, чем в Хорватии. А сладкая какая. Ой, какое оно лимонное. У него кислятина. После моей штрацаделлы сладкой. У меня тоже минти сладкая. Мячик 10 евро. Алина, смотри, какие. Ага. Красивые. Алина, ах, шуйня. Браво. Прикольно выглядит. Вот, смотри, какие есть. Ты снимаешь? Да. Вот, ребята, тут такое вот море. Пока до моря дойдешь, это вот как променада, походу. И вон там все апартаменты до отеля. Пляж очень здоровый и очень длинный. Здесь детская площадка. Здесь вот перекусить можно.
сколько вот мы шли по пляжу, это единственное. Короче, если ты где-то на пляже проголодался, то с голоду помрешь. Сюда не дойдешь. Не знаю, по сравнению, что мы в Болгарии были, по сравнению в Хорватии, что-то мне это не нравится здесь так. Каждое, конечно, свое мнение, каждая любит по-своему отдыхать, но это не мое. Для меня вот это вот до моря сильно далеко идти, окунуться, вот если я здесь где-то буду лежать в конце, чтобы не окунуться, я не знаю, сколько метров надо сперва пройти до моря. А если чтобы что-то перекусить, пойти или там даже пиво или коктейль попить, далековато. Друзья, я в Италии первый раз. Ну, пляж такой хороший такой. Ой. Не так маленько Италия. Я люблю, но мне больше нравится Хорватия. Самое больше мне нравится это Болгария. Вот это вот страна. Вот эта страна настоящая. Это Болгария. Мусорки. Здесь мало людей. Очень мало. Иду он петь камха. Всем привет. Такие велики старые. Здесь можно посидеть, позагорать. А песок-то волшебный здесь. Здесь был дождь. А песок такой волшебненький. Посмотрим сейчас, как в этой стороне. Это как главное, да, здесь улица получается, я так понимаю. Погоды, короче, сегодня нету. Вообще. Так, вот здесь у них это фастфуд, там еда все на развес. Кто-то хочет, если что-то перекусить. Здесь все готовое уже. А здесь для детей. Всякие игровые автоматы, игрушки. Пошли, сынок. Что вы тут смотрите? Армбенда. Показать тебе качество. Хорошее? И супер сделано. Специально так, наверное, сейчас. Ну что это такое? Качество китайцев. Для базара. Это даже не Китай, Китай еще. Пойдемте дальше. Вот мы находимся на дороге Дель Соле.
сейчас прогуливаемся. Это что тут, галетерия? Это мороженое, опять же. Что вы там нашли? Это в лото? А, нет, это сигаретник такой. Автомат такой? Да, он еще с тобой разговаривает. Прикольно. Ага. Мы зашли в магазин, смотри, какие у них тут вкусняшки есть. Зефир даже есть. Булочки всякие. Морепродукты. Оливки. Салатик. Сыры. Там всякие парашюты лежат. Вино. Нифига себе. Евро 45. 0,30 наши немецкие бутылочки, они какие-то детские, смотри. Да-да, 0,66, ну вообще. Я таких не видел бутылок. Я тоже не видел. 0,5, допустим, да, но... Угу. Интересно. А это алкогольное, да? Здесь где чипсы, Алина там что-то новенькое нашла. Покажи, что это, плюс какие-то, да? Крик-крок. Оригинально. Ну давай возьмем попробовать. А что вот это эти, такое? Да? Ну, оригинальные возьми. Да-да. Нет, мы пробуем erst eine. Они, наверное, сотрудники какие-нибудь. Угу. Пробуем? Ну, пробуй. Да-да. Когда она квадратная, ее крутить удобнее, чем она круглая. Что, и покажи, Алина, это какие-то чипсы. Тоже таких у нас нету. У нас мясо. В принципе. Это что, хакфлеш? Ого, шинкин, дорогой. Такой маленькая, 100-граммовая, 35. А это, Саня, что? Вино на разлив. А, вино на разлив. Смотрите, прикольно. Вон бочка, бутылочки видишь, сделала. Бутылочки можешь покупать там. Нормально. Какую хочешь тару, выбираешь себе? Да. А вон там, подойди, посмотри, что там за сорта. Мерло, Руссо, Кабанет, Розато, Бьянко, Фризан. Перлвайн, Вайштиль, Вайслайн, Розе, Либлиш. Прикольно. Это что у нас получается? 1 литр 2,15. Это можно? В принципе, вообще недорого. Угу. Да? Так, мы себе домой набираем вино красное. 1 литр. А если открыть, потом опять долить? Можно так? Отпил чуть-чуть. Так целый день Все. Будем дома Виталию вспоминать. Да. Алкоголь, да? Даня, как тебе итальянская лазанья? Очень вкусно. Вкусно очень? Ну, классно, да? Объедение. Ну, слава богу, хоть тебе вкусно. Алина, как тебе лазанья? Вкусно. А мы еще ждем. Мне как вкусно. Папа сегодня без пива. Ему еще ехать. Трава у дома. Папа, бремза.
одного места в другое место. Мы решили сейчас поехать в сторону Вероны, погулять и посмотреть, как живут итальянцы. Там вроде бы красиво тоже, Верона. Старый город, посмотрим. Домики у них здесь, которые хорошенькие, такие прикольно выглядят. Есть красивые, ухоженные. Есть такие. Красивые, есть и страшные. Смотрите, купили здесь магазинчики, вот такие вот. Панокия. Как их? Кукуруза. Кукуруза, она соленая и как жареная, что ли, да? Гростят, ну как? Я не знаю, как она жареная, как во фритюзе или как она сделана. Мы думали, она будет такая твердая, что можно она зубы мягкая. Сломать. А она прикольная такая, хрустящая. Как орешки, да. Вкусная. Кто вот еще не пробовал, попробуйте обязательно, советую.